Исходя из ценностных ориентиров казахского этноса, по традиции казахская женщина – прежде всего мать, самый святой символ материнства – кимишек, также олицетворяющий благородство, женственность, мудрость казахской женщины, ставший неоценимым наследием предков. Республиканское объединение «Казах аналары» Дастырге жол проводит работу по пропаганде национальных традиций. В Меркенском районе был проведен вечер матерей, одевших кимишек. Парад женщин в кимишеках был специально организован районной организацией казахских матерей. Участников мероприятия, приехавших издалека, встретили соблюдающие традиции местные жители и ветераны. Гости в первую очередь посетили районный музей, ознакомившись с историей района. После этого возложили цветы в центральном парке к монументу Анага Тахза. Для того, чтобы казахский народ существовал вечно, нужно поднимать во всеобщее внимание две темы – это язык и народные традиции. У народа, у которого нет ни языка, ни традиций, значит, этого народа не существует, поэтому мы дожили до этих дней благодаря языку и традициям. Сегодня в районах открываются филиалы общественного объединения «Казах аналары» Дастырге жол. Один из них начал работать в Меркенском районе. При поддержке жителей Сабыркуль Сергелбекова была назначена председателем местного филиала. Мы очень рады были тому, что когда приехали в Меркенский район, встретили таких прекрасных матерей в кимишеках. Этот головной убор показывает наше уважение к старшим дома, а также является примером для подрастающего поколения. Наша цель – пропаганда национальных ценностей. После для гостей был поставлен спектакль, где были презентованы забытые традиции, а также рассказывались нравоучительные истории. Потенциал развития современного казахского общества во многом основывается на искреннем уважении к своей культуре, традициям предков. И в первую очередь казахская мать – это женщина, которая может достойно воспитать своих детей и передать им уважение к обычаям семьи. Асимжан Жузбаева, Еркин Расубаев, Айхан Ахпарат.